Лал-Бахадур Шастри, выдающийся государственный деятель, премьер-министр Республики Индии, верный сподвижник и продолжатель дела великих лидеров индийского народа Махатмы Ганди и Джавахарлала Неру. В ночь на 11 января Лал-Бахадур Шастри скоропостижно скончался в Ташкенте. В глубоком трауре столица Узбекистана. Тысячи людей вышли проводить в последний путь славного сына Индии, внесшего выдающийся вклад в развитие дружеских отношений между Индией и Советским Союзом. Лал-Бахадур Шастри, не жалея сил, делал все, чтобы укрепить мир в Азии, найти пути к ликвидации конфликта между Индией и Пакистаном. Решению этой задачи он посвятил усилия последних дней своей жизни во время встречи в Ташкенте с президентом Пакистана, встречи, которая увенчалась договоренностью и нашла свое выражение в исторической Ташкентской декларации. Траурная процессия прибывает в аэропорт. Последние воинские почести на советской земле выдающемуся лидеру индийского государства. Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин, президент Пакистана Мохаммед Аюмхан, члены индийского правительства несут гроб с телом Лала-Бахадура Шастри к самолету. Курс самолета – Дели. В тот же день в Москве посольство Республики Индии посетили руководители советского государства. От имени Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и советского народа, руководители советского государства выразили глубокое соболезнование в связи со смертью Лала-Бахадура Шастри и расписались в траурной книге. Весь советский народ глубоко скорбит по поводу безвременной кончины Лала-Бахадура Шастри и заверяет народ Индии в своих братских чувствах и дружбе. Лал-Бахадур Шастри навечно останется в памяти людей как один из стойких и последовательных борцов за мир и прогресс.